Скульптура «Дачница» была установлена на набережной Волги летом в 2010 году в рамках празднования юбилея города Плёса. Тогда в городе не было ни одной скульптуры, но благодаря творческому объединению художников со всей России «Кредо», автору концепции, идейному вдохновителю Алексею Куфтареву, появились собирательные макеты скульптуры. Примечательно то, что образ не списывался с Софьей Петровной Кувшинниковой, как многие думают. Это собирательный образ плёсской дачницы. А здесь уже можно пофантазировать. Уставшая от городской суеты дама в шляпке приехала на отдых в Плёс к себе на дачу и после вечернего променада решила сесть на скамейку, полюбоваться волжскими пейзажами. Рядом с Плёсской дачницей мы можем наблюдать палитру с автографами художников, творивших в Плёсе, которая стала своеобразным символом международного пленэра «Зелёный шум» Плёсского музея-заповедника.